Сгоревшая Феодоровская церковь была построена в 2007 году, 15 лет назад. В качестве материала выбрали дерево, поскольку на крутом берегу реки запретили возводить кирпичный храм из-за опасности обрушения набережной. До этого тоже на деньги прихожан церковь была заложена еще в 1913 году, к 300-летию дома Романовых. Она была каменной и больше, чем современная. Почти 100 лет назад храм закрыли. В нем был клуб текстильщиков, затем общежитие. В годы Великой Отечественной войны в здании располагался сборный пункт. Отсюда кировские солдаты уходили на фронт. После войны храм еще несколько лет был действующим, но в 60-е в новую антирелигиозную кампанию и, как говорят, перед приездом Хрущева, который так и не приехал, церковь взорвали, а что осталось, растащили танками с помощью тросов. Это было в 1962 году. Этот храм считается последним построенным в дореволюционном городе, в принципе, Вятке. Плюс это последний из 165 храмов Чарушин. То есть вот это два очень важных факта. В-третьих, этот храм, который завершал панораму как бы вот берегового откоса Вятки с юга на север, то есть с юга вот классическая картина дореволюционных снимков, которые были сделаны из заречной части, существовал довольно долго и пережил 30-е годы, время вот наиболее жесткой антицерковной кампании, когда были закрыты, взорваны, уничтожены очень многие храмы, в том числе Чарушинские.